Откуда? Кремич. Из Кремичского. Да. И раньше на ТЭЦ раньше тоже? Да я и сейчас работаю на ТЭЦ. Дело в том, что со мной же должность осталась. Просто что-то это уже 3 месяца попало на Луганскую ТЭЦ. Правда, дома же за начальник, а тут охранник. То есть вы с работы перешли на новую да. работу просто? Не, ну... На повышение, на крышу. На повышение. Тут разлепуха еще можно. Та-та-та-та-та. Так что... Это по работе не так весело. Надо с начальником цеха иметь связь, телефон, чтобы они работают там. Нам кое-что надо. Приходим, он говорит, как тебя записать, бо ты уже не первый. Говорит, я не знаю, записывай как хочешь. Он такой, раз, директор крыши. Я вообще теперь в авторитете. Домой приеду, позвонил начальнику. Все, тире, что замначальника цеха, тире, директор крыши. Однозначно. Не самая модная должность. Директор крыши на ТЭЦ. Мы пытались там нам продвинуть, чем им работа надо. Там и ротному вообще не лучше. Накидали. Я посмотрел, пацаны, это не срочная реальная работа. Так что не надо грузить, чтобы вы тут не лазили. Ну, просто у нас действительно позиция. Придет рабочий, будет смотреть, тем более тут сепаратом через один. Будет смотреть, где у нас что находится. Ну, это же вам. Это не вот, нам надо эту срочную работу. Так как я трошки разбираюсь. Это гавана срочно, так что не надо. Скоро будет год, как мы в АТО. 6-го. А где раньше были? Трехизбинка, станица Луганская, там Ольховое. Ну, не само станица, а Ольховое. Там вообще попечальная ситуация. Тут мы как на курорт. Душ, электроплита, там же все блиндажи, дровами топим, короче. Бани нема вообще. То есть, чтобы покупаться, холодно еще. Плюс еще минометные обстрелы. Грады, арта, минометы, как постоянно. Не, пропахло.